Вот это яблок, вот это яблок. Яблочный рай, они здесь везде, посмотрите. Здесь надо аккуратнее ходить. Вот это яблок. Ладненько, пойдемте-ка грибочки посмотрим. Поищем. А яблок, конечно, я вам скажу, здесь набрать можно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребят, я, по-моему, их нашел. Ой, упасть можно. Какая-то преданная собака за мной бежит, да? Так, малыш, идем смотреть. Вот они, вот они. Первая. Первая такая полянка. Так, ребят, сейчас мы их с вами срежем. Вот такие красивые. Так, где у меня там ножичек? Малышок. А, малышок. О, постой пока, подожди. Сейчас мы с тобой ножичек достанем. Вот так вот. И срежем их, и посмотрим, как они хорошие или плохие. Так. Так, ножичек пока сюда. Ну вот, ребят, вполне хорошие вешенки. Да, малышок? Мы с тобой нашли первую охапку, такую красивую вешенок. Будем сейчас еще искать, пока положу здесь. Малыш тут растопчется. Тут большую тоже возьму. Черная просто вот испачкалась. Так, хорошие. Малыш, начало есть у нас. Надо только искать их. Вот, ребят, на что я наткнулся. Посмотрите, какая наливная калинка. Вот это красота. Ох, сколько ее здесь. Не так уж много, но она очень красивая. Вот мне ее-то и не хватало, ребят. Горькенькая. Вообще классно, ребят. Всем привет, друзья. Мы сегодня приехали с бабушкой и с малышом, само собой, с моим охранником. Приехали посмотреть грибочки. Заброшенный яблочный сад. Бабушка хочет грибочку и яблочек нарвать. Ну и грибочков тоже. И я тоже хочу грибочков. А потом уже яблочек нарвем на обратной дороге. Вернее, забираем. Здесь так много там, что вообще. Ну, увидели, уже начало есть. Маленько уже нашли грибочков. Сейчас здесь пролезу по кустам, посмотрю здесь. Если здесь нету, то в районе там другие маленькие места, туда дальше. Ну, их, ребят, тоже очень тяжело искать вешенки. Знаете, каких я в зарослях лазию. Это ежевичник, малинник. Что такое здесь нету? Но в тех местах, где есть, там чуть-чуть будет полегче. Пойдемте, ребят, с нами вместе и погуляем. Посмотрим грибочки. Малыш молодец, пошел проверять бабушку. Молодец. Малыш, иди, иди, проверяй бабушку, я тоже сейчас иду туда. А сколько здесь калины, посмотрите. Какая она красивая. Вообще, еще даже листочки держатся. Ой, сколько ее здесь много. За калиной надо будет прийти, это уже будет, наверное, отдельная история. Малышом пойду погулять. Да на ру. У нас этот сад прямо от нас, рядышком. Пешком дойти сюда 15 минут. Поэтому нам удобно. Гулять здесь с малышом. И пользоваться дарами природы. Вон бабушка мне там что-то яблоко собирает. Иду, бабушка, иду. Ребят, вешенка, но странно, что она растет одна. Одна. Вот это вот. Смотри, какой у нее корень. Не, вот это вешенка, самая настоящая. Сейчас ее обломаю. Ножик не стал доставать. Подожди, малыш. Вот это большая, нормальная вешенка. Но почему-то одна. Что интересно. А у тебя, бабушка, что есть? Яблоки? Я его набрал, бабушка, маленько. Нашел чуть-чуть. Сейчас это, в те места сходим. Давай яблоки донесем туда. Наберем, да в те места сходим. Там поинтереснее ходить. Почище как-то. Вон какие красавцы стоят. Мухоморы еще стоят. Красавцы. И тропинки. На тропинке яблоки, наверное, собирали здесь люди. Пойдемте дальше. Идем туда уже пешком. Гоняешь бабушку? Пойдем, мы до аллейки еще не дошли. Подаем до аллейки. Они бывают, вешенки, даже вот здесь, вот в этих вот зарослях. Там пни старые. Вот здесь так лазить тяжело. Но я думаю, пролезу сейчас на обратной дороге. Хочу сначала маленько в другое место пройти, вот здесь. Ходим здесь с малышом, как в джунглях. Как прикольно здесь. Вообще по осеннему лесу классно гулять. Лесу, яблочному саду. Грибов пока не вижу, уже прошел по порядкам. Бабушка у меня там осталась, далеко. И вот там посмотри, а мы сейчас пробежимся здесь. Может, она больше найдет там. Я по пням сейчас все обошел. Лес, лес, лес по этим дебрям.
Ничего пока не попадается. Ну, есть еще думка, что он в том месте может попасть, туда дальше. А может, нет. Смотрите, ребят, какой оазис в саду встретил. Папоротник так очень красиво смотрится. Стоит такой. Яблочки тут же, березки. Вдалека вижу, еще не подошел. Много грибов каких-то переросших, вот это непонятных. На какие-нибудь рядовки. Мухоморы он уже переросший. Вижу много очень. А вдалеке, по-моему, даже подосиновик видел. Большой, если я не ошибаюсь. Да, и целых не один. Целых не один, а два, но они уже переросшие. Это да. Оказывается, вот даже где можно было грибы приходить рвать. Вон стоит, смотрите на него. Это, конечно, уже не гриб. Вон какой, даже упал не хочу. Вон еще один. Сейчас, малыш, пойдем. Переживаешь, бабушка там осталась. А мы здесь ушли, да? Он же меня не бросает, со мной везде. С того момента, когда я его нашел. Мухоморов много. А что-то вешенок не вижу. Может, еще чуть-чуть рановато. Хотя, сейчас мужичком шел, он там тоже искал вешенки. Сказал, ничего не рано, уже все нормально. Ну, по-моему, что еще чуть-чуть рановато. Надо морозчика. Похолодание именно. Не то, что морозчика. Даже морозчика, я даже вам скажу так. Чтобы мороз побыл, потом отпустило. Они вешенки такие грибы интересные. Допустим, мороз. Они начали расти. Там, допустим, мороз наступил. Они перестали расти. Потом мороз сбавился. Опять потепление. Они опять растут дальше. Вот чем интересны вешенки. Ну, кстати, я вот здесь раньше где-то находил. Точно где не помню. Прямо на деревьях, везде. Ну ладно, сейчас пойдемте к бабушке. Там поищем еще, подебрим. Малыш, че мой сладкий? Че мой хороший? Ну, пойдем. Пойдем. Яблок-то сколько вообще, ребят? Столько много, что ой-ой-ой. Еще один небольшой оазис. И здесь у нас тоже попадается. Боже, под березок объеденный. Ладно, они не нужны нам. Нам нужны вешенки, ребят. Пойдемте искать куда-нибудь. Поглядите, ребят, на эту яблоньку. Как в сказке, это что-то. Поглядите на нее. Они просто красавцы, вообще. Это что-то. Сейчас попробовать надо. Я уже нарву таких яблок. Главное, смотрите, совсем уже вся усохла, бедная. Все просто уже вся сгнила, можно сказать. Какой-то отросток идет, какие-то отростки. И растут тут такие красивые яблоки. Я говорю, сейчас сору. Вот это да, ребят, смотрите, какие яблоки шикарные. Прямо на дереве. Вот это да, вот это я нашел яблоньку. Я оборую, пожалуй, всю. Я чувствую, что они будут очень вкусные. Возможно, сейчас съем. И земли сейчас соберу на те. Смотри, малыш, какие красивые. Погляди. Посмотри, какие. Просто красавцы вообще. Сейчас сорвем, пойдем дальше. Сейчас попробуем яблочко. Такие жестенькие, осенние классные яблоки. Но немножко надо еще им полежать. Белоснежная, малыш, вкуснятина. Вкуснятина яблочко. Морда мне долез. Пойдемте дальше, бабушку искать. И грибы тоже. Яблоки вкусные вообще. Чуть-чуть полежать надо. И главное, их нарвала прямо с дерева. Так что их можно смело ложить, полежат. Вот это здесь Антоновка. Вот это гиганты, посмотрите. Я их два яблока в руке еле держу. Вот это гиганты, поглядите на них. Таких яблок да не набрать. Это стыдно будет пройти мимо. Ну что, вот это яблоки. Сейчас самых хороших выберу. Таких крепких, ну не гнилых. Можно хоть шарлоточку сделать, хоть что. Пирог какой-нибудь там. Компота наделать. И вот такие тоже можно забирать. Но пока не буду такие брать. Почище возьму. Потому что бывает сразу не сделаешь, начинают гнить. И мне даже больше двух яблок в рук не помещаются. Ладно, ребят, сейчас соберу эти яблочки самые крупные. Пойду туда дальше. Такими яблоками. А компот, знаете, как хорошо? Накорошил, воду их кинул. Вода закипела, выключил. Все, компот готов. Посахарил сахарком. Дети пьют, никакой лимонада не надо. И соков. Вот поверьте, просто и вкусно. Сейчас покупать все эти лимонады, там всякую дрянь. Конечно, они тоже это любят, дети, хотят. Но пьют, пить хотят, пьют с удовольствием. Компотикой. И пьют всегда. Главное не лениться делать. Да, вот это яблоко. Смотри, какое яблоко интересное. Вот это яблоко. Какое яблоко-то видели когда-нибудь? Похоже больше не на яблоко, а на какой-то фрукт. Прикольно.
Как дела, бабушка ты наша? Набрала? Да. А я вишенок вообще не нашел, я только яблок. Нет, Валерий, я чуть не пошла всюду. А я тоже шел. У бабушки, ребят, смотри, какие красавцы. Молодец у меня. Во, какие. Маленько большоватый, да? Нормально. Ну, нормальный, нормальный, нормальный. Молодые еще пойдут, еще будут. Молодец, а я пробежал здесь. Где ты, вот здесь, только дальше. Здесь не заходил сначала, а чуть дальше. Нет ничего. Зато смотри, какие яблок нашел. Они просто великаны. И красные яблоки прям с дерева. Да, какие? Это так ближе к Первомайскому. Ну, туда маленько, ага. Пойдем там еще. А ты в дерево. Я сейчас заберу. А ты в дерево тех не лазила, в дебрях там? Ну, пойдем там посмотрим. Я вот отсюда бои туда шла. Посмотрите на эти красавицы. Эх, какие красавицы, ромашечки. Стоят себе такие три штучки. Классно выглядит. Знаете, так уже приятно встретить, когда уже осень. И такие цветочки стоят. Вон грибы какие еще. Желтые какие-то. Нашел, ребят, немножко вишенок. Прям молоденьких-молоденьких, посмотрите. Вот, стоит с моим кулаком. Вот, совсем чуть-чуть. Вот такая полянка. Здесь они и раньше росли. И давайте, знаете, сделаем эксперимент такой. Я их брать сейчас не буду. Прикрою их листочками. Чуть-чуть, чтобы их видно не было. Чтобы грибники какие-нибудь не нашли. И проверим, через сколько какие они вырастут. Даже вот интересно будет. А я уже засеку по времени. Ну, примерно, сколько там день пройдет. Сколько-то часов. Или два дня пройдет. Поглядим. А так вот такие грибочки. Давайте я сейчас их накрою чем-нибудь. Пока трогать не будем их. Так, надо найти каких-нибудь веточек. Да, он может прям борщевичком прикрыть опасным растением. Оно жгучее, ведь говорят. Вроде как, когда цветет. Надеюсь. Блин, а сок хотя он с них выделяет сильно. Опасно. Может, борщевиком, наверное, не надо. А то ожог себе сделаю. А вот знаете, как сейчас сделаю? Этим бревном прикрою. О! Вот так бревном прикрыл сверху. Их уже не видно. Раз. И еще себе маленько прикрою листочками вот так. Надеюсь, что их не заметят. Вот, листочки возьмем. Все, деревца. Хотя я что-то еще придумаю. Какой-нибудь, может быть, палочки прикрою, а то ветром дунет и улетит все. Что-то найду, прикрою. Все, ребят, прикрыл так вот. Гнилушечками прикрыл. Проверим, через сколько вырастут. Возможно, в этом видео я покажу, а возможно, уже будет следующее видео. Поглядим, как пойдет. Пойдем, малыш, фу, оттуда. Не надо, сломаешь мне их. Пойдем через здесь пройдемся. А кого это я здесь вижу? Кого это я давно не навещал, ребят? А не навещал давно я вот эту елочку. Обожаю. И стоит она здесь. И что хорошо, никто ее не трогает. А то знаете, как у нас? На Новый год, хоп, увидели елку, срубили и все. А здесь она красует, стоит. Она просто очень красивая. Выглядит на нее. Она просто сказочная. Стоит себе здесь одинешенько. Я каждый год ее навещаю здесь. Каждый раз. Эту красоту. Прям под яблонькой здесь, рядышком. Ну давай, стой, расти дальше. Ну что, друзья, не зря мы сегодня сходили, посмотрите. Бабушки отборные яблочки, у меня прекраснейшие. Ну и два пакетика, вот эта сумочка и грибочки. Так что не зря прогулялись. Так что Волга ноги кормит. Да, малышок? Кормит, 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 мой хороший. Кормит. Фу, ты соскучил. Ой, малыш, извини, 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 извини. Извини, если обидел. Извини, моя морда, извини, извини. Щелкает зубами своими, щелкает зубами, да и все. Только поиграться. Ему только покусаться, поиграться. Дай поглажу, дай поглажу, дай поглажу. Не даешь? Эх, не дает, не дает. Вперед ищи, давай палку, пойдем палку там. Пойдем, палку тебе найду, давай. Вот, малыш. Твоя любимая, держи. Смотри, держи. Палки любят все. Будете с ней играться, приставать к ней. Да?